Дело в том, что уровни нужно проводить очень правильно. Если вы смажете иногда там на 1, на 2, на 5 центов уровень, то, по сути дела, вся картинка может поломаться. Например, вот я сегодня, кто смотрел в телеграм-канале и в инстаграм, сбросил уровень по Тесле. Да, вот там очень важно, как провести уровень. 50 центов не в ту или в другую сторону. И, по сути дела, у вас полностью поломается вся модель. Когда вы проводите уровни, первое всегда, с чего вы должны начать при провождении уровня, это понимать, где будут проходить уровни. Для этого вы просто элементарно берете курс активного трейдера, книжку, и там написаны там 9 примеров, как проводить уровни. Это уровень ложного пробоя, это гепы, это откаты, это нижняя граница отката, верхняя граница отката на нисходящем тренде. Там полностью все маркировки уровней есть. Вы должны понимать одну вещь. Для того, чтобы инструмент шел, помимо уровня, у него должна быть энергия. Энергия у нас откуда берется? Либо накопление, либо контртренды, либо новости. Да? То есть, если вы не можете определить новости, и никто их не может определить, они вышли, мы не знаем, как себя ведет инструмент, естественно, новости вы откидываете и начинаете торговать. Но при правильном проведении уровней у инструмента всегда будет так называемая плоскость. То есть инструмент, график будет делиться горизонтальным уровнем на две плоскости. У вас будет там лонговая зона и шортовая зона. И вы должны понимать одну вещь, что если инструмент будет заходить, например, в какую-то шортовую зону, то вполне возможно, что его там смогут утянуть продавцы, потому что они начнут терять деньги. То есть в какой-то момент на графике и покупатели или продавцы начинают терять деньги. И когда вы сможете идентифицировать, что кто-то начинает терять деньги, то есть вы будете стоять против этих людей, которые теряют деньги. Это значит, что крупняк по-простому их разводит. Вот это очень и очень важный фактор. Это очень и очень важный фактор для того, чтобы понять, что крупняк будет забирать у кого-то позицию. Вот это очень и очень важный факт. Первое, что вы всегда должны понимать, что в какой момент, например, будут выходить шортисты или в какой момент будет выходить лонгист. И вот когда вы будете понимать, что вот эти крупные ребята начинают нервничать, вы будете себя очень спокойно вести, потому что те, кто теряет деньги, вы будете стоять против них, вы будете стоять с крупняком. После того, как вы начнете понимать энергию, мой совет один. Обязательно возьмите там 50-100 картинок, которые очень сильно сходили, и посмотрите, было ли там зарождение движения. Я вам просто расскажу историю, как я учился торговать. Сегодня мне задали вопрос, кто меня учил. Меня учил никто, я учился сам, и ровно через там, год в компании, чуть-чуть больше года, я был номер один. Учился я сам. Что я делал? Я шел всегда от обратного. Кто знает математику, в математике есть такое решение задачи, которое называется от обратного. И когда вы смотрите и решаете задачу, вы ее решаете с обратно, то есть от ответа. Это очень важно, потому что когда вы захотите понимать направление движения, как я научился вот выбирать инструменты, которые очень сильно ходят. Я шел от обратного, то есть я брал инструменты, те, которые уже очень хорошо сходили, очень сильно. Я их ставил на лист и смотрел, была ли в этих инструментах вообще какая-то подоплека для того, чтобы этот инструмент шел вверх или вниз. Вот это очень важно. То есть после того, когда вы отрисуете уровни, начнете понимать, откуда возьмется энергия, обязательно возьмите часть определенных инструментов, которые очень сильно сходили. Как это я делаю? Я обычно, давайте я вам просто приведу сейчас пример, одну секунду. Что делал я всегда? Значит, в первую очередь вы должны понять, что вот это даже нечего смотреть, потому что нет объема. 125 тысяч на таком гипе, это значит вообще это пустая акция. Но вот этот инструмент, NKTX, смотрите внимательно. Да? Вы обязательно должны поставить себе на лист и посмотреть. Вопрос один. Что здесь было? Видите, скорее всего, это какая-то фармацевтика. Да. Видите, биотехнологии. Поэтому биотехнологии лучше не шортить. Смотрите, что у нас происходит. Видите? Он просто берет и открывается с гипомера. То есть, что это значит? Вот вы должны пройти каждый инструмент, например, который очень сильно прошел. Вы должны понимать, что это не одного дня работа. Вы должны пройти каждый инструмент и посмотреть, была ли в этом инструменте какая-то подоплека.